На противопаводковые работы на востоке Казахстана заложили 1 миллиард 800 миллионов тенге. Треть потратят на ликвидацию возможных последствий подтоплений. Несмотря на все предпринимаемые меры, в случае резкого таяния снега в зоне риска могут оказаться 108 населенных пунктов. Эта зима для региона выдалась аномальной по количеству осадков. За пределы сел и городов вывезено уже больше 600 тысяч кубометров снега. Прочищены арыки, дамбы, но угроза сохраняется, поэтому все ответственные службы переведены на круглосуточный режим работы. Проводятся взрывные работы на реках, увеличивают и пропускную способность водохранилищ. На сегодняшний день приняты беспрецедентные меры. Создается аккумулирующая емкость на территории Шульбинского водохранилища. Порядка 620 миллионов кубов делается емкость, запас емкости именно для принятия весенних вод. Такие же работы проводятся на территории Бухтарминского водохранилища. Там порядка 10 миллиардов может воды принять.